Без приключений? Или мне кажется? Это да, но мы до сих пор не знаем, где Эллен и ее брат. Но Элден же сказал, что сам найдет ее и что мы не сувались. Но о них не слышно ничего. Вдруг что-то случилось? Да, мам. Карин, не могу дозвониться до Саши. Но неважно. Мне нужно кто-то из вас. Приди, помоги мне с уборкой. Я так устала, а мне еще готовить. Хорошо, мам, я сейчас прибегу. Все вовремя. Что такое? Мама, мне нужно идти, я позвоню вам позже. Девки, тут Жене написал, что помощь хочет с нами поговорить о чем-то важном. Придется идти без Карины. Зная нашу маму, она ее не отпустит. Мартин давно мне не звонил. Пошлите. Ой, Эми, подержи-ка. Бэ-бэм. Ну вы где там? Нам нужно забирать на важную встречу. Вы что, забыли? Эй, мы уже идем. Тебе не надоело? Нет, я не просила ходить за мной. Мне не сложно, к тому же я хотела увидеться. А меня спрашивать кто-нибудь будет? Ты и Ярик вечно решаете за меня. Может, я не хочу ни с кем общаться. Тебе я противен? Да. Ты просто каменная и бесчувственная девушка. Больше не побеспокою. Живи своим инстаграмом. Никто не захватил мячик. Можно, в принципе, сходить в кафешку посидеть. Да. Блин, Макс, что за фигня? Неправильная девушка какая-то. Отшила? Не то что. А ком это они? Без понятия. Мне вот тоже интересно. Я и прогулки, цветы, комплименты. В жизни ни за кем так не ухаживал, как за ней. Она бы хоть планочку свою опустила мне, и надоеть ведь может. Может, хоть расскажете, о ком речь? Интересно же, кто там нашему Вадимке понравился. Это прикрытие, он гей. Да, и Максимка мой. Вообще-то, я серьезно. Какие шутки. Сашку с группы братцев втюхался. Вот это действительно смешно. Кто такая ты, Саша? Лучше тебе не знать этого общества, как группа братцев. Нормальные девки. Ты дурак просто. Со мной связалась Олеся, бывшая королева русалок. Нужно отправиться в русаличье царство и проверить, все ли там в порядке. Я могу. Ты не можешь. Твоя сила электричества, Саш, она только убьет тебя. Я могу попробовать.
И Хелли тоже не может. Где Карина вообще? Карина не может, а вот я смогу. Я управляю водой и сплаваю туда. Господи, как же хорошо. Мне не нужно ничего делать. Тара, будь аккуратней. Мы можем идти? Да, а то вот Джессенс уже заждалась. Ну и где твоя дочь? Ваше Величество, она не готова. Она должна быть готова ко всему. Пусть собирает других русалок. Все они должны жить при моем царстве. У меня под носом. Она... Гвен. Все, Вин, свободно. Гвен, мне нужна твоя помощь. Есть время? Да, есть на кого оставить царство. Хорошо. Приглашаю тебя в свой мир феи. Помоги мне найти и избавиться от ненужного груза, от тех, кто сует свой нос не в свое дело. С радостью. Зря сходили. Гуляем, девчата. Ты слышишь меня? Эми, вставай! Что происходит? Я знаю, где искать Элдена с Эллен. Они в большой опасности. Нужно сообщить всем воинам. Я должна уйти. Увидимся позже. Как она так быстро пропала? Пошлите. И чем раньше мы их найдем, тем лучше. Рен? Привет. Привет, Эйс. И... Это Юля, сестра моя. Очень приятно, Рен. Взаимно. Чего один здесь? Да, так. Если хочешь, пойдем с нами, прогуляешься. Я и тут места показываю. Я не против. Почему вечно вас нужно искать?
Уж простите, что у вас произошло-то? Я знаю, где искать Эллен с Элденом. Они в большой опасности. Нужно торопиться. Хорошо, но вот только... Карина и Тера не смогут пойти. Мы с ними даже связаться не можем. Я не думаю, что это большая потеря. Справимся и без них. О, откуда такая самоуверенность, Хейли? А тебе-то что? Меньше слов. Теперь я вас веду. Долго плестись не будем. Я знаю дорогу. Вот вы его нахваливаете, а он опять бросил меня. Кто? Кто-кто? Низший класс общества. Слабый пол и морально гнилое создание. Вы можете общаться без ссор. Он снова оставил меня одну. А у Рена была веская причина? Нет. Хотя, да, он идиот. Тебе нужно проще относиться ко всему. Ярик, с тобой все в порядке? Может, нам стоит вернуться домой? Нет, все в порядке. Вот эти самые феечки, которые нужны моему миру. Это место мне кажется таким знакомым. Иллюзия это. Все места они шифруют одинаково. Думаю, так легче запутать. Поэтому не всегда верь тому, что видишь. Так, ладно, куда там дальше? Туда. Быстрее. Adjiravos etes luciferum adrentes diabolis dolste, reverende reginare vim terribus adele, et ascendint super mundum terribis obscura luna planeta terra teget, proelena veni, davinisi populurum per tot annos opererunt, affectum sente cruirto en nocte ocurus est, vinosis senex! Как же больно! Эбби, Эбби, тихо, мы с тобой. Кто-то пожирает ее изнутри. Но как ее нашли? Через воинов легко можно связаться с ней. Девочки, мы зря пришли сюда в такое время. А
чем это ты? Проходит ритуал. Я чувствую, как весь свет гаснет. Нас просто хотят напугать. Нам не нужно возвращаться. Мы пришли сюда спасти фей, и без них мы никуда не уйдем. Что-то здесь не так. Не ждали вас сегодня? Какой приятный сюрприз. Я займусь ей. Ищите их. Юпитер, дай мне сил. Превратиться. Идти дальше слишком опасно. Полин, ты куда? Уран, дай мне сил! Господи, Марс, дай мне сил. Девочки, нет! Молли, превращайся! Грозовая волна. Ядовая атака! Они стали сильнее и умнее. Что здесь происходит? Венера, дай мне сил! Я ворвала в него номер телефона. Вечером позвоню ему сама. Клео, Клео, ты меня слушаешь вообще? Венера. Что? Клео, очнись! Защита! Что? Полина? Воин света не может быть! Куда он делся? Я знала, что найду вас! Я сделала это! Проклятие шаровой молнии! Юпитера душа! Почему я не могу двигаться? Хватит! Саша, девочки, как я здесь оказалась? Где все? Все будет хорошо. Пошли за Эми.
дождь. Северный ветер! Лечащий луч света! Венера? Что случилось? Я ничего не помню. Вставай! Нужно выбираться отсюда! Нам нужно объединиться, чтобы открыть этот замок. Плутон! Здесь и сейчас проводится ритуал. Если мы не поторопимся, нам не удастся выбраться отсюда. Мы не можем воссоединиться без Меркурия и Нептуна. Мне и Плутону, как самой чистой и светлой энергии, нужно объединиться. Тогда мы откроем этот замок. Марс, мы на стражу. Я знала, что вы справитесь. Немедленно уходим отсюда. Можем выбраться. Юпитер, иди сюда. Беги за девочками и не оглядывайся. Не оглядывайся. Bye.